Что у вас такая борьба будет? Ё-моё, блядь. Я смотрю, это как Кульбаш выезжает на боевые, война заканчивается. Вот так мы до Киева дойдем. Тебя впереди запускать, что ли, как миротворец. Ну. О, вот сейчас. Сейчас спрошу. Я себя услышал, где. Да, Миш. Миш. Вежливые люди. Блин, скорая объедет, не объедет. Объедет, какой-то бабы понос. Здравствуйте, скажите, вы тут живете? Да. А как вообще тут вся эта обстановка? Нормально. Нормально. Как вы относитесь ко всей этой войне? А? Как вы к этой войне относитесь вообще? Что вы считаете? Почему это произошло? Кто виноват? Это виноватый ебаный, блядь, Порошенко. Он, сука, виновный. Он, блядь, скаламутил людей своих там. Вот. А шахтеры не шли. Нас не было здесь. Ничего. А они шли, технику гнали, а шахтеры были в шахте. Вот. Бабы с палками стояли. А они, пидорасы, блядь, и шли, били наших людей. Вот я по той улице вас бы провел бы, да? И вы посмотрели, что они наделали. А кто сюда заходил? ВСУ и Нацгвардия или правый сектор? Не знаете? Или они все одни? Все одинаковые? Нет. Били бендерня оттуда. Оттуда. Наши не били. Наши солдаты. Русские не били. Вот. Ни казаки, никто. А вот та ебана бендерня, блядь, стреляли. И я бы за одного бендера, за того, да, дал бы 400 гривен, чтобы мне его живьем поймали. Вот. Ну пусть падает. Ой, блядь, голова, сука. Вот. И я бы еще 2 бутля самогону купил бы ребятам, поставил бы, чтобы помогли на столбу там на повороте подвесить. И я бы его за это дело по куску брезал, сволочь. Что он нам натворил. Он здесь натворил больше, чем немец того не делал, что они сделали, нацики. Правильно я говорю? Правильно. Вот. А что вы хотели бы сказать тем людям на той стороне, которые считают, что здесь террористы, преступники? Я тем людям хочу сказать, да? Вот. Я сразу вам по порядку говорю. Луганская область ежемесячно на Киев перечисляла 90 миллионов. Донецкая область на Киев перечисляла 120 миллионов. Они стояли на Майдане, да? А наши шахтеры работали. Вот. Чем я хочу сказать, да? Они должны понять тем, что на той стороне, что мы все люди православные, да? Вот. Мы войны не хотим. И они должны по-хорошему уйти. А по-русски говоря, к ебаной матери с нашей земли. Правильно я сказал? Все. Правильно. Спасибо. До свидания. Удачи вам. И вам тоже, ребята. Это учение или что? Или не, бать, это боевая уже. Так что, они еще хотят сюда наступать? Ну вот. Пытаются потихонечку пролезть. Мы здесь для этого есть, чтобы они не наступали. Подумай. 60 год, да? Любимая, с днем рождения. А мне 80. Все, меня хватит. Увидели, ребята, идет с оружием, да? Бейте нахуй на повал и не спрашивайте. Нельзя, отец, нельзя.
Только так их подорвать. А почему что его? До 8 лет тюрьмы. Перемирие. Как-никак. Сосали бы они хуй с таким перемирием. Живьем поймали. Вот. Ну пусть падает. Ой, блядь, голова, сука. Вот. И я бы еще два бутя самогону купил бы ребятам, поставил бы, чтобы помогли на столб там на повороте подвесить. И я бы его за это дело по куску брежал, сволочь. Что он нам натворил. Он здесь натворил больше, чем немец того не делал, что они сделали, нацики. Правильно я говорю? Правильно. Вот. А что вы хотели бы сказать тем людям на той стороне, которые считают, что здесь террористы, преступники? Я тем людям хочу сказать, да? Вот. Я сразу вам по порядку говорю. Луганская область ежемесячно на Киев перечисляла 90 миллионов. Донецкая область на Киев перечисляла 120 миллионов. Они стояли на Майдане, да? А наши шахтеры работали. Вот. Чем я хочу сказать, да? Они должны понять тем, что на той стороне, что мы все люди православные, да? Вот. Мы войны не хотим. И они должны по-хорошему, а по-русски говоря, ёбаной матери с нашей земли. Правильно я сказал? Все. Правильно. Спасибо. До свидания. Удачи вам. И вам тоже, ребята. Это учение или что? Или не, всё? Бать, это боевая уже. Так что, они еще хотят? Да. Блин. Скорая. Объедет, не объедет. Убедит, какого? Вот 8. Срочно на 44-й на выезд. Я 83-й. Какой-то бабы помог. Здравствуйте. Скажите, вы тут живете? Да. А как вообще тут сейчас обстановка? Это... Нормально. Нормально. Как вы относитесь ко всей этой войне? А? Как вы к этой войне относитесь вообще? Что вы считаете? Почему это произошло? Кто виноват? Это виноват и ебаный, блядь, Порошенко. Он, сука, виновный. Он, блядь, скаламутил людей своих там. Вот. А шахтеры не шли. Нас не было здесь. Ничего. А они шли, технику гнали, а шахтеры были в шахте. Вот. Бабы с палками стояли. А они, пидорасы, блядь, и шли, били наших людей. Вот я по той улице вас бы провел бы, да? И вы посмотрели бы, что они наделали. А кто сюда заходил? ВСУ и Нацгвардия или правый сектор? Не знаете? Или они все одни? Все одинаковые? Нет. Били бендерня оттуда. Оттуда. Наши не били. Наши. Солдаты русские не били. Вот. Ни казаки, никто. А вот та ебана бендерня, блядь, стреляли. И я бы за одного бендера, за того, да, дал бы 400 гривен, чтобы мне его... Я смотрю, это как Кульбаш выезжает на боевые войны заканчивается. Мы так мы до Киева дойдем. Тебя впереди выпускать, что ли, как миротворец? Ну. О, вот сейчас я спрошу. Я себя услышал, где я бы тупо. Да, Минск. Минск. Вежливые люди. Козин, срочно, Козин. На 44-й, как приехал? Принял.